Число жертв ДТП в Алматинской области с участием школьниц достигло двух. Накануне в Мембекши-Казахской районной больнице села Щелек скончалась 8-летняя девочка. Она находилась в коме больше месяца, но умерла, не приходя в сознание. Информацию подтвердили в региональном департаменте полиции. Двумя неделями ранее скончалась 10-летняя ученица. Она тоже была в крайне тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая продолжает лечение. После смерти второй пострадавшей девочки переквалифицированы на более тяжкую статью 345-1, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Напомню, что трагедия произошла в начале марта в поселке Курам Гембекши Казахского района. 54-летний водитель, будучи пьяным, сел за руль и сбил четырех школьниц, которые возвращались домой со школы. В результате две девочки в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы. Еще одну с травмами тоже увезли в больницу, а четвертую ученицу после осмотра врачей отпустили домой. Сам подозреваемый был задержан и доставлен в СИЗО.